Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами говорим о том, как поправить свое здоровье без химических таблеток, а с помощью нутрициологии. И сегодня мы с вами поговорим о таких состояниях, как депрессия, бессонница, плохое настроение, очень ярко выраженный предменструальный синдром. И все эти симптомы говорят о том, что в вашем организме нехватка витамина В6. Меня зовут Виктория Андерсон. Я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония и счастье через осознанное питание». Оставайтесь до конца. Итак, витамин В6, он также называется пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин. Впервые о нем услышали в 1954 году в связи с одной болезнью, которую потом так и назвали пиридоксин-зависимая эпилепсия. Эта болезнь, она выражалась в том, что у человека были страшные судороги, похожие на эпилепсию. И эти судороги не снимались какими-то химическими препаратами, а именно В6 витамин снимал эти самые судороги. Это единственный витамин, нехватка которого может привести вот к таким серьезным судорогам. Витамин В6, он участвует в более чем 200 биохимических реакциях нашего тела. Он регулирует наш эмоциональный фон, очень влияет на нашу нервную систему и, соответственно, на работу нашего мозга. С помощью витамина В6 мы лучше адаптируемся к стрессовым ситуациям, особенно в комбинации с таким элементом, как магний. Посмотрите, пожалуйста, мое видео, очень ценное, о магнии. Он отвечает за красоту наших волос, ногтей, за кожу, за обмен белка в нашем организме, а это построение всех наших клеточек. Витамин В6 также регулирует наше не только настроение, но он еще и улучшает нашу память и ускоряет наше мышление. Но самое важное, я считаю, что витамин В6 понижает уровень гомоцистеина в нашей крови. Это очень и очень важно. Почему? Потому что если уровень гомоцистеина в нашей крови очень высокий, тогда он начинает разрушать сосуды. А на разрушенные сосуды обязательно налипает холестерин, кальций. И все это, естественно, приводит к чему? К атеросклеротическим бляшкам. А эти самые бляшки развивают такие ужасные болезни, как ишемическая болезнь сердца, это когда наше сердце перестает качать кровь, или же очень ухудшает эту работу, или же очень снижает эту функцию. Таких болезней, как инфаркт, это отмирание тканей из-за критического недостатка крови. Такая болезнь, как инсульт, острое нарушение кровообращения в головном мозге. Также высокий уровень гомоцистеина развивает или приводит к огромному риску заболеваний, таких как Альцгеймер или же деменция. Витамин В6 принимает активное участие в выработке гормона мелатонин, гормона сна. Посмотрите мое видео о сне, это тоже очень важно. Именно поэтому врачи всегда рекомендуют принимать витамин В6 перед сном. Почему? Потому как он снимает тревожность и препятствуют возникновению разных мыслей в нашей голове перед сном, тревожных таких мыслей. Да? В6 также участвует в выработке серотонина, который нормализует наш эмоциональный фон, о котором мы говорили выше, поднимает настроение, и серотонин, естественно, называют еще гормоном счастья. Также витамин В6 регулирует выработку стероидных гормонов. Прежде всего, наших половых гормонов – тестостерона и эстрадиола. Еще он принимает участие в выработке гормонов стресса – это кортизола. Витамин В6 – это водорастворимый витамин, который очень легко выводится с помощью мочи. Он также теряет свои свойства при термической обработке и при заморозке. В каких продуктах находится и содержится витамин В6? Это печень, говядина, птица –
арахис, грецкие орехи, бананы, пивные дрожжи. Очень многих продуктах этот витамин В6, но так как он быстро выводится, то можно его пополнять, конечно же, периодически какими-то курсами. Дозировка будет где-то 1,4-1,8 миллиграмм в день. Для людей, у которых повышенная физическая и умственная нагрузка, будет уже где-то 2,2-2,3 миллиграмма в день. Для того, чтобы понять, есть ли у вас дефицит этого самого витамина В6, вы должны просто-напросто обратиться к своему лечащему врачу и сдать анализ крови из вены. И он вам назначит именно ту дозировку витамина В6, которая необходима именно вам и вашему организму. Дорогие друзья, я надеюсь, это короткое видео принесет вам какую-то информационную пользу. И в следующий раз мы опять же затронем группу витаминов В и поговорим о витамине В9. Поэтому не пропустите, пожалуйста, это видео, следите за моим каналом. И я вам всем желаю быть здоровыми, счастливыми, любимыми. Следите за своим здоровьем. Все только в ваших руках. До новых встреч и до новых интересных видео. С вами была любящая вас Виктория. Пока!